повредили. Сейчас мы находимся. Круто. Сюда можно встать и сфотать. На фоне. Очень круто. Заходим в пещеру. О, здесь холодновато. Давай, давай, проходи дальше. Крутяк, конечно, темно и нифига не видно на камеру. Классно. Правда, я спиной сидел камень. Круто вообще. Погнали дальше. Пещера названа в честь деревьев с двояким названием Тавда или Тавда, то есть пещеры Тавдинские или Тавдинские, это одно и то же. Протяженность пещеры со всеми тупиками, входами и выходами составляет 240 метров. Основная магистральная галерея, которую сейчас мы с вами преодолеем, 140 метров. Возраст пещеры 1 240 000 лет. Пещера довольно молодая. Происхождение природное. Отлично, идем дальше. Интересно, что это? Очень круто вообще. На камере, надеюсь, видно. Вообще. Вообще. Искусственное освещение делаем. Смотри, куда бы они раньше пролазили. Круто, вот монеты здесь бросают. Я нормально. Комнаты. Комната была раньше. Круто. Блин, у меня вообще. Круто. Обратили внимание? Да. Хорошо. В этой пещере есть свой дух. Большой Тавдинской пещере принято считать пещерным духом пещерного гнома. Его задавливают или благополучно закончить свой маршрут. Зато ведь можно монетка, конфетка, банковская карта. У Большой Тавдинской пещеры есть второе название. Девичьих звезд. Существует легенда. Наши шаманы здесь проводили обряды с жертвоприношением. Жертвами обычно являлись молодые невинные девушки. И теперь души этих девушек здесь летают и плачут. Многие, наверное, ощутили... Идем дальше. Вообще, гномик такой. Вообще прикольно, да? Ребят, все пришли? Да. Все. Я, однако, не всех вижу. В 1920 году ученый Николай Иванович Крутоновский исследовал пещеру. В данном месте был обнаружен колодец глубиной около 4 метров.
На дне колодца были найдены два глиняных черепка и снасти для рыболовных сетей. Данная находка датируется бронзовым веком. Это 5-7 век. Еще на дне колодца были обнаружены два камня правильной формы. Уверены, предположили, эти камни являлись лежанками. Пойдем, я тебе вообще покажу еще раз. Там все завалено. Раньше был выход. Вход. Короче, раньше был выход. Да, еще выдох. Что там? Вот сейчас тут. Не знаю, что. Да. Сказали же рядом стоять. Сейчас уйду, еще раз.